Ну вот, ЖД вокзал города Читы, остановочка была, уезжаем дальше. Поезд идет у нас немного с запозданием. Вчера была остановка минут на 40, внеплановая. В общем, время мы наверстаем, и нам еще целые сутки ехать. О, видно, затопило. Точно, людей затопило тут МЧС. И вот, смотрите, река. Через мост переезжаем. Бурная, какой поток. Вот, смотрите. Вот это точно. Подтопило ближайшие все низинки. Вот даже видно, тут вышла куда-то она. Точнее, мы поехали. 30. Так, Маша спит. Соседка наша уехала, которая была. Теперь мы тут одни пока. Надеемся. Вот можете посмотреть, что представляет из себя. Пока тут ничего, конечно, не видно. Это вокзал. Так, а нам еще...